Привет! С вами канал «Все для огорода». Здравствуйте, дорогие подписчики, подписчицы, а также гости моего канала. Здесь я покупал такую мобильное пускозарядное устройство. Написано SGK60 от компании Bora. Это для того, чтобы можно подзаряжать как смартфоны, и также можно запускать двигатель автомобиля, если аккумулятор подсевший. Я такие две штуки купил, один хотел соседу подарить. Вот, а другой себе, то есть две штуки. Один, конечно, себе взял, один вот здесь лежит ни туда, ни сюда. Ну, короче, сосед мне ни хрена не помог там. Думаю, а что дарить, если у меня ничего не помогал мне. Поэтому здесь вот лежит такая штукенция. Здесь много порвался. Вот такая вот нарисовка такая. Вот написано пускозарядное устройство. Вот, Jumps Starter. 600 ампер. А аккумулятор стоит всего, то есть вот это, аккумулятор внутренний стоит всего 18 тысяч миллиампер часов. Это не очень много, конечно. У меня здесь вот есть 33 тысячи миллиампер часов, а здесь 18. Ну, говорят, можно как бы запускать автомобиль. Я пробовал, запускал автомобиль, но как-то аккумулятор сел в ноль. Я подключил к этому, и автомобиль как быстро запустился. Сейчас мы это посмотрим. Здесь вот немного она товарный вид уже потерял, конечно, порвалась она нафиг. Вот такая вешается, где-то свободное место можно положить, куда-то забацать. Вот, сейчас попробуем, посмотрим, что там такое. Вот, раскрываем. Ой, видим, у нас здесь целая набор автомобилиста называется. То есть есть инструкция на русском языке. Также зарядное устройство. Вот она. Заряжается от сети 220 вольт. Здесь есть кабель. Вот здесь вот подключение. Вот тоже от Бора. Также аккумулятор сам. И вот эти клемники. Сейчас мы их вытащим, чтобы был вид. Так, эту мы сейчас положим в сторону, чтобы нам не мешалось. То есть вот эти клемники, вот. Вы эти клемники никогда не перепутайте местами, потому что у красного есть срез, вот видите, а у черного, то есть у минуса есть просто кругляк. У красного срез, вот. Вот. Здесь мы видим, здесь вот показывает заряд аккумулятора. То есть надо включить вот этот. Также есть выход. Можно заряжать. Вот здесь видите, USB можно подзаряжать. Телефон сотовый можно подзаряжать этим аккумулятором. Также есть фонарик здесь. Сейчас у меня просто давно лежал. А, вот. Видите, показывает заряд. А, уже один. Должно быть 4. Надо подзаряжать. У меня уже год лежит, я его не подзаряжал. Так, здесь включается фонарь у него. А, нет, здесь не фонарь, а здесь это разъем для подзаряда аккумулятора. Фонарь где-то. Где-то кнопка была. А, вот. Вот кнопка. Вот видите, вот. Сейчас мы это нажмем кнопку, вот фонарик загорелся. Вот видите, горит фонарик. Вот. Довольно яркий. Можно просто как в автомобиле как раз вот нажимаем на эту кнопку, тухнет. Вот показывает одно деление, так как она уже как бы подсела. А в этой части, вот здесь вот резинка, здесь как раз вот, здесь как раз подключаем непосредственно вот этот вот, скажем так, прикурыватель. То есть вот так вставляем здесь вот минус плюсом. То есть не поменяйте. Вот. И уже здесь вот вешаем сначала на минус, потом на плюс. Вот. Вот. И потом включаем, естественно, его. И включаем зажигание. Если аккумулятор у вас сел, он у вас его запустит. Так. Ну, здесь он показывает одно деление.
Поэтому, может, надо его, естественно, подзарядить. С вами канал «Все для огорода». Вот такой. Стоит 5000 рублей. Кто хочет, могу продать. Провод длинный. Где-то, наверное, ну, метра полтора, наверное, есть. То есть я здесь ничего не наварю, здесь сколько он стоит, а столько продам. У меня просто не на это. Видите, вот здесь начинает заряжаться аккумуляторы. То есть он когда 4 полностью зарядится, вот, его просто отключаем и все. Вот такое зарядное устройство. А это включатель, тумбр включения. Но его все равно сейчас, видите, подключил к питанию. Он здесь мигает вот так вот. А это кнопка фонарика. Там есть три положения. Но сейчас он не будет работать, наверное. Потому что я его это к аккумулятору подсоединил. Вот. То есть здесь нажимаете один, он светится один, потом нажимаете второй, начинает мигать вот так. Потом еще длинный мигает. Ну, то есть светит ярко, а потом мигает. То есть это в автомобиле хорошо используют так. Вот. Ну и вот такая вот балда, блин, так сказать, для запуска аккумулятора в холодную погоду. Ну, бывает, летом может разрядиться. Здесь летом мне как-то аккумулятор сел, проработал где-то 7 лет, блин. И смотрю, вроде и стоял, и не заводилась машина. Бац. Все, блин. Хорошо, у меня там зарядное устройство. И если я пошел, блин, клемник отсоединил, плюс. И как бы зарядился, вот я еще ездил. Вот. Потом еще в другом месте, у магазина тоже. Это самое, заглушил, пошел куда-то, куда-то сходил, прикажу опять. Завожу, она тр-тр-тр-тр. Со второго раза как и завелась. Пришлось мне другой аккумулятор купить. Вот. Я искал потяжелее аккумулятор. Они, оказывается, бывают, чем тяжелее аккумулятор, тем он на дольше его хватит, то есть вот. Вот, а я купил тоже на 75 мАч часов там, а они померил, мой старый тяжелее, а этот легче аккумулятор, и там написано даже, меньше свинца использовался, вот, поэтому я думаю, лет на 5, может быть, хватит его. А этот был рязанского завода, ровно 7 лет проработал, и на 7-м уже году как бы уже крякнулся, вот. А когда покупал аккумулятор, я говорю, а на сколько аккумулятор хватает? Они говорят, да на 3 года хватает его, блин. То есть 3 года и выбрасываем, блин. Поэтому он стоит, я что-то купил, блин, что-то он стоил, по-моему, что-то 3,5 тысячи, блин, или 4,5, блин, не помню, блин. А свой я покупал, вот этот рязанский, он, по-моему, 7 тысяч стоил, блин. То есть дорогой, как раз на 7 лет хватило. Вот, короче, такая пускозарядное устройство. От компании Бура. Хотите, могу продать бы. Вам надо. Ну, 5000 стоил тогда вот в магазине. Ну, естественно, 5000 плюс еще это Почта России. Там они сколько берут-то за пересыл-то. Ну, где-нибудь еще 1000 надо. Ну, за 6000 я продам. Чтобы почта за вас счет была. А вы мне на карточку кинете денег 6000. А я вам это все это отправлю. Поэтому мне он, в принципе, не нужен. У меня лежит без дела. Вот, я говорю, можно заряжать его смартфоны. Вот, то есть USB-порт есть. Вот потом еще какой-то разъем есть это. Я даже не знаю. А здесь можно смартфон зарядить, допустим, вам надо. Вот сел смартфон дороги, вот воткнули, блин, и все. Или даже можно, некоторые ходят, вот стрим производят, стримят, сумку бросил, подключил провод и к этому смартфону, и ходи, снимай видео. То есть здесь 18 тысяч, не так много, конечно. Конечно, в эту коробку могли бы побольше засунуть бы. Вот, не 18, а там, скажем, 20 или 30 тысяч. У него здесь аккумулятор есть. О, сейчас покажу тоже от компании Бура. Правда, он грязный залез.
Во, сейчас покажу. Вот, видите, здесь 33 тысячи миллиампер часов, а здесь вот 18. Считайте. Во, какой было бы. Ну, здесь тоже фонарик. Кстати, здесь вот, кстати, есть тоже фонарик в таком аккумуляторе. Здесь немножко он у меня запачканный уже. То есть, здесь тоже кнопка есть такая. Вот. Нажатие тоже будет гореть. Сейчас включится. О, видите. Здесь тоже в этом аккумуляторе есть, он и повербанк можно, а можно как работать как фонарик. То есть, в это купил его, стоило, по-моему, 2500. Вот. Можно в походе брать его, то же самое, и заряжать. Компания Бура всегда дешевая, все подешевле продает относительно. Вот, идет заряд, пожалуйста, показывает в комплекте зарядное устройство и такая коробочка. Вот. Ну ладно, на этом видеоролик заканчиваю. Я убирать не буду, потому что здесь надо зарядить его. Вот, надо зарядить. Вот, поэтому это... Ну и коробку видели. В принципе, здесь все. Ну, такой кейсик небольшой. Машину можно бросить где-то. Или под сиденье положить. И как бы, когда что-то, если аккумулятор крякнет, можно взять его и запустить вот такой штукой, штукенцами. Удобно. Только надо, естественно, зарядить сначала, чтобы он был полностью заряжен. Естественно, если он на одно деление, наверное, крутить стартер не будет. А надо его, чтобы это 4 деления было у него. Ну, у меня целый год пролежал, видите, немного разряжается этим постепенно. Я его не включал. А может быть, больше он лежал. Может даже не год, а может даже два, наверное, скорее всего. Я покупал-то его давно. Еще, по-моему, в 2020 году брал его. А уже четвертый, уже 3 года прошло. Вот, с вами канал «Все для огорода». Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, жмите на колокольчик. Всем пока-пока. Вот, пускай зарядится, потом в коробку закидаю. Я говорю, а здесь вот не перепутайте. Плюс уже срез есть, а минус он круглый такой. То есть вот. Правда, клеммы короткие, знаете, вот такие. Могли бы подлиннее сделать бы. А здесь, наверное, предохранитель, здесь вот в этой коробке, наверное, скорее всего, здесь сделано. Ну ладно, не буду скрывать, так сломаешь, наверное. Потом просто не нужен будет. В общем, так вот, заряжается, видите. Вот уже один, должно быть 4. Вот, а когда зарядится 4, он будет гореть постоянно. Вот. А это вот кнопка включения, чтобы фонарик включить. Или для подключения. Вот когда, допустим, вот сейчас выдерну, вот, видите, фонарик загорелся, вот. Вот он мигает, фонарик. Третий раз он мигает быстрее. А это совсем. Вот, а здесь он, когда вы этот, ну, как бы, выключатель подключаете, то есть он показывает заряд, ну, сколько здесь. И вот видите, USB этот клемник светится. То есть можно подключать уже непосредственно сюда USB кабель и подключать, подзаряжать свой смартфон. Ладно, пускай заряжается. Вот такая коробка у меня. Все, спасибо за просмотр. Всем пока-пока.